Привет, друзья, с вами спикер, и мы в форусе. Мы продолжаем выживать, нужно перекусить, и сегодня будем проверять мушкет. У нас есть 20 патронов, и сможем оценить, что это такое и из чего это стреляет. Так, нужно еще поесть. Так, мы захрумкали, а мяса больше не осталось, кажется. У нас, по идее, должно быть мяско еще. Да, у нас есть мяско, можно еще забросить. Еще парочку забросим, и пускай пока жарится. Нужно сделать ловушку, уже приготовиться как бы обрегешком, и будет довольно весело. Хорошо, все-таки ставим ловушку, нужно поймать его за ногу уже, подвесить его и попытаться ему отстрелить какое-то место. Так, нужна ловушка. Так, дальше, еще дальше. Так, это не та ловушка, мне нужно поднять за ногу. Вот именно вот такая. Сколько, интересно, нужно для этого дела? Сейчас маленько нарубим, нужно всего лишь 5. Нужно 2 дерева, и в принципе уже есть у нас. Да, всего лишь 5 дерева. У нас динамита у нас нет, но можно быстренько его сварганить. Так, алкашком. Часики и монетки. Так, готово. Нам нужно найти группу деревьев уже и взорвать. Гораздо будет эффективно. Можно цепануть даже. Ох, это прикольно. Только нужно найти 2 дерева, потому что не очень-то хочется мне еще одну делать. Так, походу здесь 2 дерева. Хорошо, бросаем, отходим подальше. Надеюсь, у нас будет 2 дерева. Хочу попробовать, конечно, и на животных, и на аборигенах. Ух, вот и у нас первый кабанчик, первая жертва. Стой на месте. Раньше они кусались. Как он носится, как угорелый. Так, стой на месте. У нас жалко нет прицела. Прицелиться мы тоже не можем. А если дело это убрать, тогда у нас не целится. Ух, кабанчик прямо на нас идет. Ну, давай-ка подходим ближе. Прям в лоб. Эх, мимо, походу. Реально такой шустренький. Очень шустренький, конечно. Так, хорошо, у нас есть дерево, пока у нас не стемнело, нужно это дело построить. Ну-ка, убери-ка зажигалку. Можно, конечно, музыку сделать. Сейчас быстренько поставим музыкучку прямо вот сюда. Вот то, что нужно. Хорошо, возьмем мушкет. У нас 20 выстрелов, так что будет довольно... Наверное, за всю серию мы используем все эти 20 выстрелов. Так, ну что осталось? Всего лишь одно дерево. Ну, ждем, конечно, аборигешек. Аборигешек поймаем и будем отстреливать. Им конечности. Пятую точку, как не очень-то не спешат. Будет ночка, а вот наш и кабанчик. Кабанчик, стой на месте. Да, у нас не цель, ты же правой кнопкой у нас. Ух, есть ящерица. Ух, да, это получилось. Первая жертва получилась ящерица. С одного выстрела. Так, забираем ее. Это круто. У нас есть мяско, теперь можем пожарить. И реально уже... Так, походу уже много. Так, выкинь голову. Мне хочется кабанчика. Можно найти здесь крокодила. Крокодил, вижу, есть кролики. Кролики тоже. Ух, первая баргешка есть, первая жертва есть. Ну-ка, и сразу у нас вожак будет. Это круто. Чувак, иди ко мне. Иди ко мне прямо на ловушку. Хочу тебя подстрелить просто уже в воздухе. Как не очень-то и ходит. Хорошо, берем палочку. Палочка маленькая. И прям по заднице. По морде. Маленько позли. Иди ко мне. Не успели. Сейчас успеем. Чувак, прям ко мне беги. Ох, не какой умный, оказывается. И они, походу, прибавили чуть мозгов. Так, это мы дело заберем. Так, иди ко мне уже. Какие-то перья в воздухе висят, что ли. Ух, да, попался. То, что нужно. Так, ну что, друзья, берем мушкет и уже пытаемся отстрелять. Интересно, какую конечность? Либо деньги, либо жизнь, чувак. Оп. И просто готов. Это круто было. Можно было даже сделать на расстоянии на каком-то. Хорошо, мы трубик заберем. И ждем следующую партию. Слушай, сколько кабанчиков здесь развелось. Так, нужно починить его. Так, он готов. И ждем следующего барыгешку. Будет уже ночка и будет реально очень много. Хорошо, попробуем убить кабанчика. У нас есть кролики. Есть кабанчик. Оп, он живой остался. Но он даже не хромает. Кабанчик, ну-ка, на месте. Все-таки нужно его добить как-то. Можно же и 2 выстрела. Он кружит вокруг, и нужно как-то рассчитать его траекторию. Ого, готов, я думаю, готов. Он маленько отошел в сторону. Как он носится? Как будто какой-то щенок. Ну, хорошо, давай в задницу тебе прям. Уже реально будет 3-й выстрел. Так, аборигешки. Нет, с аборигешками, конечно, будет круто. Кабанчики-то шустрые. Но он как-то неубиваемый. Я уже 3 выстрела потратил. Хорошо, больше тратить ним не будем. Ящерица у нас убивается. Нужно найти... Ох ты, жесть! Вот и наши... Ух, крокодилов-то сколько появилось. Ну, хорошо, крокодильчик. Прям в голову. Вот так. И он живой остался. Ну-ка, еще разок. 2 патрончика я, в принципе, на него потрачу. Один убежал. Второй тоже, ну как не очень убивается этим мушкетом. О, есть кролик. Кролик, все вместе. Как его убить этого кролика? Походу, все-таки мимо. Столько выстрелов и реально все мимо. А если прям тебе в голову? Конечно, это очень опасно будет. Но, в принципе, эх. Как маленько отбрасывает в сторону, он реально остается в живой.
Да что ж такое, у нас реально какой-то мушкет. Сколько осталось патронов уже? У нас осталось 8 патронов. Нужно найти все-таки БРГшек. Да, на животных это не очень-то... Ух, сколько! 3 крокодила сразу! Это круто! Сколько у нас будет тут голов-то? Можно реально повесить голову. Но ящерица у нас убилась, так что это довольно работает. Ну, все-таки хочется еще раз. Может, прям можем прям в голову, что ли, упор? Ух, да, маленько отбрасывает. Все-таки мы попадаем в него, но он остается живой. Какой-то, видимо, куличок, что ли? Сейчас кусаться будет. Хорошо, у нас есть зайчишка, которая крутит. Ох, есть птичка. Есть птичка. Птичка, стой на месте. Эх, все-таки взлетела. Хорошо, уже больше не будем стрелять. Нужно оберегешки уже и, конечно, попробовать на них. Это круто. Прям пойти к оберегешке и попробовать выстрелить. У нас осталось всего лишь 6 выстрелов. Можно, конечно, этих... У нас есть топорик. Да, у нас есть топорик. И, конечно, можно крокодилов маленько раскидать. Их слишком много стало. Какие живучие. Они реально очень живучие. Даже топориком 3 удара топора, и они еще живы. Какие-то неубиваемые крокодилы, словно. Может, у нас какие-то глючки. Ох, есть кролик. А Невский он снова закружил. Кружит кролик. Слушайте, реально, как-то очень страшно, да? Весь в крови. Да, мой друг, ты весь в крови. Оберегешек у нас нету. Мне нужно как-то их все-таки поймать еще. Конечно, можно с помощью динамита уже привлечь их. У нас есть коктейль Молотова. Ну-ка, давай-ка поджигаем. Попробуем уже поджечь этих. Интересно, а как у нас работает на крокодилов с коктейль Молотова? У нас есть крокодил, коктейль Молотова, и что? Поджигаем его. Эх, готов. Все-таки против коктейль Молотова, так крокодил не удержался. Хорошо, забираем мяском. Мяском не пригодится. Мяса у него довольно много. И можно же забрать головку. Так, голову мы забираем уже и повесим на нашу стенку. У нас реально очень большая стена уже. Так, можно... Ох, можно поесть. Закрумкали. Закрумкали, где наша голова. Можно их повесить. А что у нас есть там? Местечко. Место у нас есть, так что можно это дело повесить. Так, забираем. Так, у нас уже стемнело. Так, и прямо на доску. Ух ты, да. Стена просто чумовая. Нужно маленько починить ее. Так, хорошо, ждем оберегешек. Нужно все-таки попробовать. У нас есть еще парочку выстрелов. Сколько у нас осталось патрончиков? Патронов у нас всего 6. И ждем аборигенов, конечно. Так, хорошо, что у нас есть. Крокодилов у нас много, и реально как-то уже стемнело. Так, это что такое? Ух, 3 шкурки. 4 шкурки, что ли, от крокодила. У меня уже реально много мест. Не хватает мест уже. Крокодил довольно эффективно убивает. Слушайте, ящерицу можно. О, кролик, стой на месте. Ну как он кружится-то? Как его убить-то? Я даже не знаю. Походу, таки промахнулся. Так, осталось всего лишь 5 выстрелов. Хорошо, на кроликов тратить мы не будем. Мы ждем оберегешек. Нормально, нужно пошуметь. Они как-то не очень спешат. Вроде стреляем из мушкета, они даже не прибегают. Так, ловушка работает. Ловушка работает. Музычка работает. И ждем ночка оберегешек. Ночка уже. И как-то оберегешек у нас нет. Решил поесть уже. Мы уже маленько проголодались. Давай перекусим уже. И, думаю, продолжим ждать. Так, у кишки. Ох, сколько их туда сразу. Походу, они реально приходят на запах. Так, ну что, ребята, подходим сюда. Прям к нашей ловушке. Они реально бегают на запах. Ох, все-таки попался. Хорошо, быстренько берем уже мушкет и отстреливаем ему конечность. Деньги либо жизнь. Ох ты, жесть, только с вами месте. Ох, походу он готов уже. Так, он походу на земельке. Ну-ка, зажигалку сделай мне. Да, он у нас мертвый. Он упал вниз, но все-таки я успел его подстрелить. Так, походу где-то у нас еще здесь двое бегает. Все-таки аборигены прибежали именно только на запах. Сколько у нас зайчишек? Куда ребята разбежались? Реально, у нас появилось оружие, и теперь аборигены нас боятся. Куда разбежались? Подбегая, у нас всего лишь 5 патронов осталось. Так, нужно сделать еще одну. Так, ем. Он как не хочет сделаться. А нужна одна ветка. Одна веточка. Сейчас быстренько сбегаем в лесок и возьмем одну ветку. Починим нашу ловушку и продолжим отстреливать. Где наш... Ох, оберегишки, вот нам. Вот она-то женщина. Кровожадная. Ну-ка, давай-ка. Там еще чувак бегает. Сколько вас здесь уже? Уже убили 2 оберегишек. Все-таки... О, попался. Чудненько. Он попался, может, конечно, его уничтожить, а можно просто ждать. Бегать вокруг. Пытается реально своего спасти. Стой вместе. Выстрел и готов. Ох, да, против аборигенов мушкет это крутая вещь. Так, ну что, остался еще один. Так вот стоит на месте. Это женщина. Осталась всего лишь женщина. Похоже, промахнулся. Нужно целиться где-то в грудь. В грудь либо в торс. Может, конечно, в голову, но стой на месте. Мне нужна зажигалка. Конечно, обороняться мы не сможем. С помощью мушкета. Так, ну что, чувак, тебе можно застрелить? Вот так уже. Казнили просто. И реально висит. Это круто. Так, ну что, осталось только ты. Я даже не знаю, сколько у меня осталось выстрелов. Сейчас подождем 2 секундочки. Вот так. И таким макаром. Вот даже зуб вылетел. И пока, друзья, закончились наши патроны. Так, ну что у нас? Очень много оберегешек. Сколько? Здесь 2 у нас. И 3. И сразу 5 мы убили. И это реально круто. Хорошо, мы уже продолжим выживать в следующем ролике в Форесте. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!